Да, вот за то, что нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не полюбил шайтан, он удостоился джахеннема. Ад. Boşuna okumak iyi değil. Bu yolda olmaları lazım. Кто просто для себя читает и учит, это попусту делает, надо быть в пути тариката, чтобы со своим устазом все учить и знать. Шариат ve tarikatla beraber olan bir mürşid olması lazım. Шариат и тарикат, который придерживается мушит, должен быть у человека учителем. Тарикат олдуктан сонра шариат файда этмез. Если у человека тарикат нет, то шариат для него никакой пользы не принесет. Нефсини бейтур адаму. Этот гордость будет на своей душе. Нефсте шайтан. А эта душа, это шайтан может завладеть. Икси барабар олмасы лазым ки, хэм тарикат, хэм шариат ки, faydası olsun. Оба вместе должны быть, чтобы быть полезным. Шариат, тарикат у человека во всех деяниях должен быть вместе. Onunla hem kendisine fayda olur, hem başkalarına da fayda olur. Если он эту дорогу придерживаться будет, он и себе, и всему окружению тоже будет полезным человеком. Şimdi Allah'a şükür burada medreseler, alimler çok oldu Allah'a şükür. Bir de eskisi gibi o tarikatı kabul etmeyenlerin ne olduklarının meydana çıktı. Millet onlardan artık fayda olmadığını biliyor. Onlar inşallah bir doğru yola geldiler. Ya Allah. Сегодня вы видите много медресе и мечети открылись и учителей достойных алимов, шейхов стало больше и вы сами уже определите, говорит, кто заблудший, а кто нормальный человек, и к нормальному человеку вы придете в тарикат и будете учиться у хороших людей. Тарикат ва шариат эхли, билит ки хасе Аллах Азза ва Джалленин бир нематидир. Тарикат и шариат, кто придерживается, что знаете, самое главное для себя говорит, что это поручение Всевышнего Аллаха. Kendimizden değil, Allah'tan bu bizi bu yola koyduğunu bilir, tevazu ehlidir. Мы это от себя не выбрали, это путь, это знает Аллах, Он нам в сердце влил эту любовь, и мы пришли к этому пути. Başka o tarikata girmemiş olanlar, kibir ehli, nefisleri, firavun nefisi kadar var. Вот кто этой пути не придерживается, которые возгордились, как Фираон устали, говорит, себе считают такими, и они заблудились. İşte bunlara fayda olmaz. Çünkü bizim ihtiyacımız yok şefaata, peygamberimize ihtiyacımız yok diye derler. Biz de ayıptığımız namaz, oruçtu, yeter bize derler. Buna geliyordu, думают, если я намаз буду совершать и буду уразу держать, говорит, нам ни шафаат пророка, ни милость Аллах, этот такой не нужно, вот так себе ведущий тоже люди есть, говорит, но без милости Аллаха и шафаата пророка никто в джаннат не войдет. Тарикат эхли, тавазу эхлидир, бизим ишимиз, хичби шей ярамаздир, ихтиядимиз, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati kılavuz ederiz ama Allah bizi şefaattan mahrum etmesin için bizim amelimizle bir yere varamayız. Bu Allah-u Teala da всех вот к любовью пророка sallallahu aleyhi ve sellem, şefaat пророка, что мы работаем, мы всю жизнь стараемся говорить, чтобы получить шефаат пророка и чтобы заработать его любовь и войти в джаннат. Allah'a şükür, Sübhanallah, bu sizin Kafkaslar acayip bir yerdir. Allah Azze ve Celle bir sır koymuş burada. İslam'a büyük bir hizmetler yapmışlar. Onların ataları, sizin atalarının hep hürmetine maşallah gene эскисиндан даха иволат иншааллах. Машааллах, Кавказ это Кавказские республики, говорят, очень скрытые секрет, который держат такие республики, говорят, которые
предки ваши, то, что оставили, вы сегодня по завещанию предков еще больше делаете добрые деяния, учитесь, объединяйтесь вокруг тариката шариата и делайте добрые деяния. Это большой радость для нас. Пусть Аллах благодарит всех вас, вот так собрались мы вместе говорить. Я очень рад с вами встречи говорить. Bizde de kuvvet oldu, manevi bir kuvvet. Нам тоже душевная поддержка, душевная любовь все укрепилось, говорит, увидев вас и быть рядом с вами. Milyonlarca şehitler var, ta şeyde İslam'ın başından şimdiye kadar. Burası şey mezbaha gibi şehitler çok oldu. Onların da bereketi muhakkak bu toprakların bereket veriyor. Многие сотни тысяч шахидов на пути Аллаха были, и сегодня мы здесь, это родина шахидов, сахабов, говорит. Мы тоже этим сегодня восполнили свой душевный, внутренний мир. Аллах шафаатлана найлятимзе. Пусть Аллаху Тааля шафаат этих баракатных людей, последователей пророка, саллассалам, нам тоже насыб делает. Аминь. İmanlarından bize de versin inşallah. Biz Allah-u Teala ihni iman naşık sefsak tuşu boşu ukribit gibi. Amin. Allah'ım çok güzel. Fatiha. Fatiha. Eki Vakfos, Eki Dagistan Televizyon. Televizyon, Dagistan, Eki Vakfos. Sual olur mu? Sorular mı? Söyle. Biz в свое время приходили, приезжали в Кипр к вашему баба, отцу, вопросы задавали ему. А сегодня, как Аллаху Таала вас послал, сегодня мы хотим вам тоже пару вопросов задать. Biz vaktiyle Kıbrıs'a babanızı ziyarete geldik diye ona da suallar vermiştik. Şimdi Allah nasip ederse siz burada bizim vatanımızda, Dağıstan'dasınız diye. Ona göre size bir iki sual vermek icazet olursa. İnşallah. Olsun. Вот 5 дней он уже побывал в Дагестане. Я хотел для людям показать Дагестана. Вот какое впечатление он получил у нас в Дагестане? Какой bereket у нас, как он, который принес? 5 gün bizim Dağıstan bölgesinde misafir oldunuz deyip, ne gördünüz, nasıl gördünüz bizim Dağıstan'ı deyip. Allah'a şükür, bu 25 sene önce, tam 25 sene olmuş. Evet. 25 sene, bir ay sonra geldik buraya. Maşallah, geçen defa da iyiydi. Bu da aradan bir fitneler geçti çok ama şimdi çok gene de çok güzel. 25 лет и один месяц назад мы были с отцом здесь, говорит. Было хорошо, но в эти между промежутком 25 лет и одного месяца некоторые фитны эти вещи были, говорит. Но альхамдулилля все ушло, еще лучше стало в Дагестане, альхамдулилля, говорит. Сегодняшнее впечатление. Бүгүнкү sizin hissettiğiniz bereket nasıldır diye bir gün burada tutar geldiniz. Maşallah, ilk defa buraya geliyoruz. Ya, Kemal, Tarbu'da, Dörgeli'de, Dörgeli'de, Derga'da, Karavul, Derga, Dergen. Sizin ne çıkartın? Görünüz, görüntünüz. Вас встретили как? Сказал же как. Я бы хотел так делить, что ли, конкретно нельзя. А буря, о Дербента, ilk defa geldi, ilk defa gelmişti. Bazı yerler tabi gene ilk defa geldiğimiz oldu. Çok maşallah muhabbet var, Allah'ın aşkı var bu insanlarda. Места посетили первый раз, и в Дербенте тоже я первый раз, хотя с отцом 25 лет назад были, говорят, отец был здесь в Дербенте. Очень приятно, говорят, очень хорошо, и мне очень приятно говорить, быть рядом, да. И всех любим. Любим, да. Инша'Аллах, бекфирус, да, да. Öyleyse biz de hem şeyhimiz adından hem bütün cemaatimiz adından size teşekkür ediyoruz inşallah. Size söz verik. Ustaz Butur Faruslu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve habibina ve sadele ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahabe ecma'in. Amma ba'du. Selamun aleyküm ve rahmetullahi teala.
дорогие братья, дорогие сестры, наш шейх, русский Бирос Дрипсон, тюркский сказал. Во главе с нашим шейхом приветствуем всех. Пусть Аллах и учит.